Последние штрихи перед концертом Марио Бустилло отрабатывает с хором на репетиции. Ведь программа «Автопортрет» очень разноплановая. Публику ждет духовная музыка, кубинские и испанские произведения и цикл, посвященный Брянску. Приходим как к себе домой уже. Нравится, очень нравится. Потому что всегда что-то новенькое. У Марио всегда такие нотки немножко идут южные. Приятно послушать. Это человек высокой культуры, высоких знаний и профессионал. Профессионал с добрым, порядочным сердцем – это великое дело для культуры. И не зря Марио выбрал именно наш город, когда закончил консерваторию. И его талант, и его талант не только как дирижера и композитора, но даже немножечко и продюсерский талант, вот помог родиться такому коллективу. Это хор, который, как все, что есть в культуре, представляет лицо нации, лицо нашего города, лицо вообще нашего народа. Несмотря на то, что руководитель, в общем-то, иностранец, но это все очень настоящее, высокопрофессиональное и очень трогательное. Марио – настоящий ценитель прекрасного. Он соединил в своем концерте сразу три вида искусства – музыку, танец и поэзию. В этот вечер звучало много произведений самого Марио как композитора. Все они написаны на стихи кубинского поэта Хосе Марти. Они очень вдохновляют Марио. Это все были лично самостоятельные поэтические единицы. И я хотел прибавлять что-то к этому, которое как бы ничего не нужно. Но музыка, наверное, может быть в этом случае. Люди, которые слушали, говорили, что получилось очень удачно. И я, конечно, нашелся очень трепетно к этому. Еще один сюрприз ждал поклонников хора. В этот вечер Марио написал поэму для хора на стихи брянских поэтов. Я очень давно начал писать музыку на словах брянских поэтов. Я просил моих коллег, что они меня отправили туда, в Испанию, несколько произведений, которые были именно о Брянске. И тогда, я думаю, что получилось довольно интересно. Восемь произведений были написаны композитором на стихи Валентина Динабурского, Маргариты Денисовой, Людмилы Ашека, Владимира Сорочкина и других. Как сказал Марио, это лишь начало совместного проекта с брянскими авторами. Александра Седачева, Максим Кузнецов, «События Брянск».